покажем номер, который называется «Случай у ветеринара». Аплодисменты. Так, значит, ты да, собачий врач, ты, ё-мо. Добрый день, ветеринар. Что за добрый день ты мне что? Да, что такое? Добрый день, ты собачий врач, ты, блин. В чем дело? Что в чем дело, ты мне что говоришь? Что такое? Что, в чем? Ты еще мне вот так вот? Какая проблема? А что проблема? Такое? Да, я к тебе приводил собаку, ты помнишь? Какую? Ну, уши не стояли, не стояли уши. Ты помнишь? Ну, ты помнишь? Ты мне говоришь, вот порошок, вот дадите, там витамины покушать, будет стоять уши. Ну, что? Ну и что? Что? Ну, да, что? Да. Альберт, зайди. Ну, уберите собаку! Уберите собаку! Почему без намордника? Альберт, спокойно! Почему? Спокойно, я сказал! Что почему такое? Почему без намордника? Какой намордник? Что, не видишь, он весь в этот намордник влазит? Что у меня? Спокойно, что? Альберт! Что это за разводняк? Посмотри на вот эти уши. Что это? Ну ничего страшного. Давали порошок, да? Ну конечно давал. Нормально там сколько давали? Откуда я знаю? Пришел, открыл пачку, поставил, пусть жрет, он животное. Я вам говорил, по чайной ложке давать, по чайной ложечке. Думаешь, если бы я чайную ложечку положил, бы ложкой лупашил или что? Так, а не спокойно! Спокойно! Да, не переживайте, все нормально, вылечим. Там, возможно, какие-то просто микробы, которые передаются от человека собаке. Это нормально. Все. Какие микробы? Ничего, все вылечим. Что нужно делать? Ну, нужно будет зонд проглотить. Я не буду глотать никакие зонд. Не вам, собаке нужно проглотить. А, все. Ну пусть глотает, хорошо. Все, все, поднимем, его вставим, все. Все, все, полечим, все нормально. Как там таблетки дадим определенные. Там какое-то время может там поносить немножко. Это ну такое. Уж пусть срет это животное, ну что. Вас может поносить. А, я не буду. Чего меня поносит? Может, вам зонт глотнуть тоже? После собаки я еще буду глотать. Ты что, собачий врач, ты вообще? Отдельно будете глотать, что вы начинаете? Блин, ты вообще. А почему у него плечо прокушено? В чем дело? Да что плечо? Ну мы вышли вчера гулять, тут выбегает малое такое, знаешь, тявкает, еще круги на матывает. Ну, и собаку с собой взяло, понимаешь? Ему врило, а Альберт пошел в рукопашку. Так, все. Секунду. Я вам давал ошейник от блока. Где ошейник от блока? А, так это ошейник был. Ну да. Блин. А я пакет разбирал, думаю, такая фенечка прикольная. Ну ладно. Ну он, кстати, я вам скажу, он у вас не работает. Не я, работ... я серьезно говорю, не работает. А что, я у... пошел на концерт Sex Pistols. Так. Я ничего не делал. Это не первый случай. Я просто возле сцены прошел 3 минуты. Все, вот все чешется. Я понял. Ну... Альберт, спокойно. Покажите, пожалуйста, поближе. Можно собаку? Вот. Можно рот открыть, да? Конечно. Откройте, пожалуйста. Ну, вот он. А почему такой перегар от него? Ну, день рождения вчера годик был. Ну. Так, ладно, заберите. Мы с Альбертом текилки лупанули. Опа, раз, два. Опустите, ему... хорошо. Значит, слушайте, я вам расскажу. Сегодня весна, сейчас весна, как бы, да? Да, да, да. Такой период, там, нужно спаривание. О, блин, нужно, я вам серьезно говорю. Фу, я сам ночами не сплю. Может, какую-то подыскать какую-то сучку, возможно? Слушайте, я был бы очень рад, если бы сучку нашли, я серьезно. Собаки. Ай, собаки. Слушайте, а можете две? И мне, и собаки, мы с Альбертом. Так, ладно, забыли. Хорошо. Чем вы кормите собаку? Чем да кормите? Все, он все ест, все, что я. Ну вон, ну там доедает, ну что кости, да. Халву, крекеры, лужпайки от фисташек, все. Все жрет, он нормальный пес. Ладно, неважно. Прививки делали ему? Прививки? Не, не делал. А какие у вас хорошо, есть? Сделаем. Ну там, ну, разная чумка, собачий чиф, там все. Ну, да раз... нормально, он какой, он здоровый кобель. Не надо ему эти чумки. Давайте там от собачьего трипера, от собачьего сифилиса. Это же Альберт, он же... во двор вылетает, все эти вот. Ну хорошо, сделаем, хорошо, давайте собаку вся вот на стол. Сделай, это да. Не больно? Нет, не больно. Точно не больно? Абсолютно не больно. Альберт, да. Это не больно. А это точно не больно? Не больно, не больно. Давайте на стол. Слушай, давайте. А кольни тогда мне еще. Слушай, мы сейчас с Альбертом на море собрались ехать, да. У нас нет отдельно там собачьего трипера. Есть там комплект чумка, тиф, все сразу. Чумка, да? Да. Слушай, это Азовское море, коли с чумкой, фиги вот. Хорошо, ладно, давайте. Я вас уколю. Да. Ну, смотрите, так, аккуратно и ошейник там не снимайте. Азовское хорошо, море, понимаете? Альберт, все будет в порядке. Да.
Дорогие друзья, мы с Андреем пофантазировали, представили себе наших политиков украинских, которые вот перед обращением к народу по телевизору, как они готовятся за кулисами к этому обращению. Итак, первый, самый простой случай, как готовится Юрий Луценко. Поехали! Все нормально? Все? Да. Давайте. Добрый день. Давайте, вас жду, давайте. Да. Уже у вас есть 2 минутки, давайте, быстрее. 5 минут и все, давайте. Слушай, нема у вас 50 грамм коньяку? Нет, давайте, там буквально 2 минутки нема. В эфире. А водяры, нема. Нет, мы не запасли, там 2 минутки, просто 2 минутки и все. 2 минуточки, давайте. Только, знаете, это стресс, уже сколько років працюю, это перед камерами, уже как-то так. Там 2 минуты всего, что вы, соберитесь. А две она не хватает. Соберитесь. А ну вдарьте меня. Ну, вдарте, адреналину. Ви міністр, що? Так, то таке, то вдар, да. То так, давай. Ми будемо поводити. Це не, слабо. Клубченька! Нічого! Ой, йо-моё! По яйцям, да? Йо-моё, це Щебловецьким, це рефлекс, пробайте! Так, следующий. Как готовиться к телеобращению Виктор Ющенко? Так, ну добре. Так, что там? Вот, значит, ага, вот такой так. Текст. Ага. Надо выйти четко, так как так. Все, вы можете вот так вот вколбашить. Все, просто все вот так и раз. Все, отснялись и ушли. А, да, читайте. Так, добре, так, дорогие друзья. Так. Так, давайте поменяем его, добре? Что поменять? Какие друзья? Уже нема, да? Нема никаких друзей. Понял. И не было. Вычеркиваю. Все. Так, изменяем это, добре. Так, тут, так, нездоланне, 2Н. 2Н нездоланне, 2Н! Виктор Андрійович, я вас люблю. Нездоланне прагнення. Прагнення теж 2Н! Дві літери Н, ну! Хто це писав? Я не знаю. Добре. Так. Нездоланне прагнення незалежності. Незалежності! А що тут? Одна Н! Одна Н! 17 років незалежності! Всі завівщили! Янукович знає! А ви що? Так, тут добре. Євро 2012. Значить, про Євро 2012 нічого не треба. Все вичеркуйте. Не привертаємо уваги. Все. Нібито все нормально. Все, не сказав і добре. Все. Я вичеркнув. Так, це долар. Так, долар вичеркніть. Долар вичеркніть. Не привертайте уваги. Не долар, ні. Просто долар зараз. Не, краще євро. А, ні, євро не треба. Євро не треба. Не треба, бо це привертаємо. Так, добре. Так, що уряд не виконує свою програму. Уряд не виконує свою програму. Так не можна казати. Можна. Так не можна. Нужно. Ні, не можна. Так, треба сказати. Ми не маємо підстави таке стверджувати. Хто це писав? Віктор Балога. Ну, можна сказати. Можна. Розумна людина пойме. Пойме. Нормально, так. Все, добре, тут все нормально, так, все так і залишайте. Повставляйте слово козаки хаотично, так, добре? І пращури, і все, нормально, і так нормально. Все, продовжуємо. Як готовиться к телеобращенню Юлія Тимошенко? Скільки мені минут до ефіру? 5-6, може. Крась ногтики. Ага, так. Ты что, новенькая? Да. Не знаешь, я красю, сердечки малюй. Да. Слухай, вчера пошла в магазин, купила себе такую офигенную кожаную куртку. Блин, пиндос. Пришла дома, помила, трошки велика, наверное, зятю отдам. Чуешь, а ты не ходила в Будабар? Ні. Ти що, сходи, ти ж все так доступно, 5 чоловік посидіть, так взагалі офігенно. Да? Да, сходи в Будабар, отлично все. Чу, а де ти віддихаєш? Ти десь віддихаєш? Ні. Взагалі ніде не віддихала? Ні. Слюз, злітай на ці Сейшели ці. Сейшели? Да, Сейшели. Ага. Дуже гарно там. Да? Дешево доступно, злітай. Добре, так. Да. Дякую. Все, зараз, секундочку. Що, йди вже? Да? Біле этот, полотно натянули? Пентаграмми, свічки по бокам поставили? Оту крутилку зомбіруючу запустили? Все, ну только дивіться, щоб пентаграмми все в кадр не попадало. Тільки моє лицо. Все, давай. Лувітон, давай. Продовжим. Як готується к телеобращенню Петр Симоненко?
Здорово, Петя, здорово. Привет. Как ты, как яхта? Офигеть, как яхта, яхта, ты что, блин? 36 метров, поплыли по Днепру в Турцию вообще, офигеть, отдыхаю. Ну нормально, нормально. Прикинь, были участки вообще, ну, яхта застревала, не проходила. Так я говорил, слянец, давай, толкать яхту. Толкали. Они запрягали, втянули, прикинь. Прикольно. Вообще, короче, отдохнули офигенно. Ну что, сколько там времени? Вот, буквально там несколько фраз, буквально. Вот. Ага, что, пенсионеры, мы вас поддержим, достойная старость, пенсия. Слушай, это вообще кто-то слушает? Ну да. Кто? Пенсионеры. Блин, когда они уже кончатся, эти пенсионеры? Задолбали. Да, не кончатся. Как готовиться к телеобращению Леонид Черновецкий? Олесик! Я пошел! Напоследок, как готовится к телеобращению Виктор Янукович? Добрый день. Петя, тебе обращение. Вот, все нормально, мы все написали, все. Написали. Вы начитаете, получится 10 минут, мы потом 2 минутки нарежем, все будет нормально. Все. Слушайте, давайте лучше я 2 минутки начитаю, вы 10 минут нарежете. Не, так не получится, так не, вы начитайте, все нормально. Вот тексты, все ну, есть, все текст, готово. Текст, сейчас текст, 5 минут, буквально 5. А вообще какая ситуация в стране сейчас? Что там по новостям говорят? Ну, все то же самое, инфляция, кризис. Ну, вот я понял. Все, да. Вот это, да. Все козлы, одни мы в оппозиции. Да. Вот это все. Невыполнение обязательств. Слушай, я не знаю, вот столько букв, это все путается. Слушай, возьми ты, прочитай мне, я послушаю. Только ты с интонацией, я на ухо просто мне. Не, давайте вы, давайте. Вы просто пройдитесь, просто проговорите в уме, и все, это ничего, очень все просто. Натанин! Шахтеры! И поклончик. И поклончик. Стоп, какой поклончик? А, это я с Могилевской работаю. Извините, пожалуйста. Все, и уходим. А, и уходим.